И куда мы идем? В пустоту? Ох ты! Амогусы. Зачем так делать? Вы что, сумасшедшие? Так, ребята, начинается самое интересное, что вы больше всего любите. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Санек, Максим, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ребятушки, всем понравилось хоррор VR, поэтому у нас сегодня страшная карта, называется имба хоррор. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем проходить страшную карту. Погнали. Ой-ой-ой, тут уже как-то стрёмно мне. Так, давайте посмотрим, сюда можно пройти? Нет, сюда нельзя пройти. Вообще ничего не видно. У вас также самый слабый радиус обзора? Да. Вообще нифига не видно. И куда мы идем? В пустоту? Ох ты! Амогусы. Зачем так делать? Вы что, сумасшедшие? Так, ребята, начинается самое интересное, что вы больше всего любите. Это когда я Максим обгадился. Садится в парашу. Я обгадился, тут большая куча. Настроение просто отличнейшее. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Вот такой лайкосик. Обязательно. Это для того, чтобы я не сильно всирался. Посмотри, что в унитазе. А что после там? После меня осталось. Фу, ты что, насрал? Много. Это прям ковылок там лежит, что ли? Да. Молодец. Я знал, что ты шкодник еще тот. Это, Дима, смотри, какой должен быть лайк. Все поняли, да? Какой гусенек у нас красавчик. Так, давайте будем проверять двери. Опа! Вы слышали этот звук пердежа? Да. Ребята, какой-то странный хоррор. Давайте, что у нас тут? Так, давайте, симулятор дверей пошел. Опа, ящик. Интересно, будет что-то здесь сейчас страшное? А! Мамочка моя, вы что? Я тут закрытый. Знаете, какой здесь прикольный у нас музыка играет? Я умираю. Там был Моргенштерн, понимаете? Да. Так, подожди, что со мной? Я умер? Умерли. Вот это они напугали меня. Это было, кстати, нежданчиком. Так, давайте в эту дверь. Так, дверь закрыта. Давайте сюда. Ого, прям такая щель. Вы видели, там кто-то стоял? Ой. Смотрите. Здорово. Что это за что? Это кот? А я не могу туда пройти, не пускает. А давайте газеты возьмем. Тихо. Эй, не могу газету взять. На. Так, стул уберем. Че? Я думал, что-то произойдет, когда мы ее возьмем в руки. Ничего не происходит. Так, а что у нас тут? Ничего нету, ладно. Выходим. Вентиляция. О, вентиляция. Ого. Прикольно, а. Кирпичом надо было разломать. Мне нравится. Так, погнали. Так, а что у нас тут? Пацаны, прыгай вниз. Все в кровище. Прикольный хоррор. Мне нравится. Так, вот знаете что? Обычно в конце таких коридоров какая-то жопа. Давайте посмотрим, будет что-то или нет. Пацаны, вы готовы? Да. Да. Закрыто. Сзади. Сзади. Кот. А, сзади! А, что это за кот? Это кот призрак или что это? Давайте к нему подойдем. Он к нам едет! А! Выключилось. Надо дверь найти правильную. Дверь! Закрыто! Он едет! Там опа, был... где мы оказались? Музычка такая прикольная играет. Прикольно сделано и при том страшно. Так, давайте посмотрим, что здесь. Шкатулка, вы слышите? Да. Ой, нажми на кнопку. А, я боюсь нажимать. Давайте вы нажмете. А не нажимается. Не жмякается. Не нажимается? Давайте я попробую нажать. Да, не нажимается. Так, давайте посмотрим, что здесь. Может, тут надо что-то нам нажать? А, генератор, наверное, да, надо? Да, и теперь... О, о, нажалось. Ничего не происходит? Нет. Там сверху, а, смотрите, кто-то вылазит кто-то. Это зомби. Так он просто пляшет. Да. Это очень странно. Хоррор с приколами, я так понимаю. Или разработчик был на приколе. Гусунёк решил залобать брейк с фонариком. Это круто смотрится. Тут открылся. Портал, Дим. Портал. Идемте в портал. Опа. Теперь мы в Майнкрафте. Мир Майнкрафта.
Будет какой-то скример впереди или нет? Ребята, вот угадали. Хотел сказать, чтобы написали в комментариях, вы молодцы. Так, а куда он делся? Он просто пролетел мимо нас? Да. А, ну я... а туда нельзя. И туда. А ну давайте все-таки попробуем. А, да, не пускает. И с этой стороны нельзя? Нет. Хорошо, идемте. Опа! А вот начинаются уже какие-то прикольчики. Велик. Теперь это Слендер. Дим, будешь велик? О, давай. О, пацаны. А если его вот так возьму? Во! Похоже, что я на велике еду? Да. Поехали. О, гон с пипи... Ой, с этого вылетел. Вылетел из-под ног. Правильно, туда его. Давайте попробуем запрыгнуть. Можно туда запрыгнуть? Нет. Нет. А ну попробуйте вы с контролом. А, не пускает. Не пускает, да? О, дайте мне водичку вот эту вот. Давайте я попробую взять ее сам. Опа! Ой, взял кирпич. Так, надо попить воды немножечко. У тебя, кстати, Гусунёк, офигенная озвучка. О, давай попробуем, попаду я в ту штуку или нет. Ну-ка. Не попал, правильно. А теперь попал. Спасибо тебе. Так, что здесь у нас? Закрыто. А может, здесь? Бочкой стекло разбить, не? Она не поднимается. Кирпич. О, давай я попробую кирпичом разбить. Как это в VR будет смотреться. Ну-ка. Ого, он тяжелый. У меня даже рука медленно двигается из-за того, что он тяжеленный. Ну-ка. Реально. Да, можно разбить. Круто. 12. Так, это что у нас тут? Как школа или что это такое? Это школа. Где парты ниже стула. Так, проверяем. Тут будет какой-то скримачок? Я уже боюсь. Вы видите этот прикол? Арбуз. Арбузик. А чё он в воздухе висит? Это нормально? А там... О! Что? Дима, там в этой комнате находится то, что нам нужно. А что нам нужно? Открывай. Так, а чё это за дверь у нас? А ничего не видно? Ну давай заходим. О, скибиди туалет? Это ты? Просто туалет? У тебя будет скример, да? Ну... Нет, я... ничего нет. А сзади? Что это за странное место такое? А его можно взять в руки? Нет. Давай со мной. Я могу тебя поднять? О! Чё там срёшь? Тебе как раз коричневая на жопе есть. Все нормально. Все сходится. Закрыто? Закрыто. Ах ты, ё-моё! Ну, блин. Мать моя Тереза. Там был это просто туалет. Жесть. Зомби танцует. Я боюсь туда идти, пацаны. Я не боюсь ничего. Ладно, идем. Опа, а где это мы оказались? Это мы... Опять здесь? Очень странная карта. Так. Подожди, здесь мы были... А туда можно как-то попасть? Нет. Нет, нельзя. Стрёмный кот, на самом деле. Я бы не хотел с таким встречаться в реальной жизни. Максим, ты где? О. Мы там, где шкатулка. А можно еще раз нажать? А там, если дальше проходить, там в конец все равно телепортирует. Идем, 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 не бойся. Я так за Максимом. Он просто пляшет и все? Ну да. Странный зомби, на самом деле. Чувствую, нам бежать сейчас надо. Назад. Ты думаешь? Давайте нет. Проверим. Так, это что, прикол какой-то? А. Еще никакого скримера не будет? Да, давайте побежим, назад. Посмотрим. А, все, это конец карты, да, я так понимаю? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!